Давно хотел установить Immersive Ammo мод, но не были взяты у меня все перки с мифинга, и поэтому я воздерживался. Воздерживался, но перки-то я вот получил и мод поставил. Скромный левел 250. Безумная Довакинша из Биберева. Вот хочу посмотреть, что там за арма такое можно выковать-то. Кстати говоря, появится ли оно просто на людях, вот там, проходящих мимо меня. О, темно. А мне хотелось бы, чтобы было светло. Так, я подожду, пожалуй, до утра. Мне, если я сейчас в дом улечу, я не увижу, в чем люди ходят. А это мне тоже интересно. Ну-ка. You see those warriors from Hammerfell? Кто-нибудь в чем-нибудь новеньком появился? Это новенькое или хорошо забытое старенькое? Well met, kinsman. Стража, может быть. Ну, дети, понятно. Не, я не могу быть твоей мазой, потому что ты не симпатичный ребенок. Это тоже во всем старом. Ну ладно, полечу в домик, посмотрим, как там дела. Так, я в дайдрическом во всем. Как обычно. Насколько я понимаю, это арма-то не будет же убирать предыдущий. Просто будет добавлять что-то там. Ну, пойдем посмотрим. Так, что-то дверь. Ой, господи, я развернулся и не заметил. Do you need something? Ничего мне не надо, хочу назад зайти. Опять фонарь погас. Так, вот это все иллюжен. Иллюжен, все это я уберу сюда. Вообще ничем этим заниматься не собираюсь более. Продавать тоже не буду. Вот. А, да. Я ж теперь могу съесть по одной штучке. Чё, не знаю. Вот это я вообще не знаю. Чтобы узнать свойства. Если мне что неизвестно. Я ж теперь могу все четыре узнавать. Съев однажды. О, тоже. Не знаю. Так, о, тоже не знаю. Chicken egg не знаю. И это не знаю. Вот это не знаю.
Это естественно. Я пробовал только в этой забытой долине. И тогда я мог узнать только первое свойство. Ну, съем один, что делать? Прям первое свойство, не знаю, надо же. Первое свойство, не знаю. Вообще ничего не знаю. Ха! И это ничего не знаю. Прям есть жалко, очень полезная вещь. Для строительства. Крысиный хвост придется жрать. Фу. Вообще ничего не знаю. А где я его взял-то, этот цветочек? Так, ну понеслась. Зачем я это взял? Так, и это лишние у меня тут ингредиенты. Так, ну теперь я должен все знать. Ну да. И по идее, конечно, сейчас я уже могу не гадать там, как я гадал до этого, пытаясь там соединять их случайно. Если вдруг меч попадется, что я еще не встречал, просто съем, а так просто выбирать нужный мне эффект и все. Но, возвращаясь, собственно, к сути эпизода, вот это такое акзилуриама, так. Хитин это было всегда или нет? Нордическое. А, ну я же еще апдейт сделал, собственно, да. Да, Эдрик, он как был, так и есть. Да, вот только акзилуриама добавилось, а.
184. Так, отдай Эдрик, например, базовый. Какой вот арма? 216. Вот исходя из этого будем исходить. Хм. Альтуинская арма. Альдуин. Да вы шутить шутки будете, а? Шутить шутка. Ух ты, ёлки. Ты чё мне, может мне альдуиновскую нафигачить? Варёный хитин, блин. А сколько у них там всего этого, интересно? Альдуинская, ничего себе. Интересная, может, все сделаю. Хм. То есть все они поместили в Auxiliary секцию. Отдельно сделали. Тоже красиво, блин. А в чем разница с обычным? Да, Эдрик Лорд, красивые тоже какие. Ох ты, батеньки. 219 Алдуин. Алдуин, Алдуин, где Алдуин-то? Еще больше. Ну да, Эдрик Лорд, красивая. Собака. Дракон Найт тоже клад. Чё это за... А, Гонтлес. Не понял, это как с Ориком, что ли, идёт? Как она вообще, ну-ка? Ну что ж... Происходит-то так, Дракон Найт. Хэви арма-то, ну-ка. Чё зум-то не работает? А, ну потому что он у меня не в инвентории, да. Не в инвентаре. Дракон Найт. Классный тоже. Ху-ху-ху-ху. Я вот это не понимаю, что это такое, значит. Ух ты. Класс. Браво. Чего? В уши можно вставлять? Прям на части разрываюсь. Тоже надо ее Imperial Knight.
Паладин. Шлемак 88 арма. Примите фонарь, а не дофига ли? Ну-ка, Альдуин, сколько шлемак? Немало они тут напиликали. Альдуин где? Шлемак. Больше, да. Но вообще, да, мерзкий, конечно. Блин, круто. Вот не знаю, как это будет смотреться. Что-то хочется больше Даэдрик Лорд какой-то такой. Более изящный. Так, ну-ка, что там? Где я был-то? Это арма. Да вы с ума сошли. Трибунал, маска. Ух, блин. Из башки тролля. Модификация стеклянная. Почему оружие только не сделал? Ну, посмотреть, такой же мод по оружию есть. Сделать себе, что ли, алдуиновскую для начала. Даэдра Харт, это тоже все так. Алдуин, значит, надо 4 Даэдра Харт. Кости дракона. Лежа. Чешуйки. Блэк Сол Джем, нифига вы. Блэк Сол Джем-то вам какой? Надо заполненный, не заполненный. Ну, сделать надо, посмотреть-то как. Так, значит, самое интересное, это черные камни. Душ, где я их возьму-то?
наполнен. Подойдут, я надеюсь. Так. Кстати, до Эдра Харта я должен один съесть, чтобы узнать эффект. Драгон Скейлс несколько возьму. Че там еще? Кожа. Не знаю, сколько надо, но... Полоски вроде не надо было. Так, ну я надеюсь, что не пустые нужны эти камни, потому что иначе мне придется где-то искать. А не, пожалуйста. Ботиночки, гонтлетс и шлемак. Так, отлично. Значит, теперь я хочу съесть одно сердце. Дейдрическое. Чтобы узнать эффект. А апдейтить как эту броню-то альдуиновскую? Ну-ка. Дракон Бон. Ага. Ну, это у меня есть. Так, значит, для апдейта... А, все там, и одну бутылочку мне надо взять. Куда их? Бутылочки-то сюда? А, нет. Где они у меня? Так, а куда я положил-то эти? Ингредиенты убрать. А еду съем. Здесь у меня нет случайно. Что, надо делать, что ли? Ну ладно, сделаю, что мне жалко, что ли? Тогда надо и алхимических сделать немножечко так. Фортифай Смифинг. Фортифай Смифинг одной достаточно. Фортифай Энчантинг сделаю тоже. Надо же зачаровать их сразу. Фортифай Энчантинг. Да, можно было бы, конечно, взять все, но потом назад это все класть, с ума сойдешь. Так, мне же надо Фортифай Смифинг один. Я же вроде куда-то клал эти бутылочки-то, куда они делись-то? Ну-ка сделаю, что ли, про запас, а то чё-то я это... Так, стоп. Сноуберисон, Фортифай Энчантинг. Вроде я делал эти бутылочки.
что у нас с мифинг-то? А вот с мифинг. Потому что я не надел шмотки для энчанта. Fortify Smithing. Так, надо положить в какое-то место, где я не забуду А, и где они не исчезнут Б. И, кстати, Fortify Enchanting, возможно, я здесь где-нибудь положу. Вот что. Нет. Может, здесь? Точно. Fortify Enchanting я здесь положил. И, кстати, довольно логично. Пусть тут и лежит, а Fortify Smithing тогда я здесь буду держать, в этом столе, где все смифинговское. Да, алхимическое надо мне убрать. Для смифинга. Так. Блэксмиф. Блэксмиф. И надо еще, как не смешно, кирку эту взять в руки. Дает 5 пунктов. Так, ну-ка. 74 могу сделать, а с бутылочкой. Potion of Fortify Smithing. 400, ой, ёлки, 400. По-моему, это превышает все возможные это, лимиты игры, и на самом деле это не работает, на самом деле. То есть это все так, чисто. Вот, честно говоря, для начала я хочу посмотреть, как это просто смотрится где-нибудь. Не на мне, а там. На каком-нибудь манекене, может. Ну-ка. Да и ужас какой. Мне что-то не нравится совсем, же уродливая какая гадость. Не хочу это носить, вот пусть тут и валяется. Ну, черт у вас. Я ходить так не буду. Дайте мне что-нибудь посимпатичней. Ну, я передумал, нет. Не годится. Так. Может быть, Daedric Lord. Там тут довольно симпатичная вещь. Daedric Lord, да. А что только три ботинки, кераса и гонтлес. А шлема где?
шлемак же надо какой-то вообще. Так, ну а симпатичное что-нибудь из легкой брони там. Кстати, вот это надо. Ну а это что такое? Так, ну это сделаю я просто, чтобы было. И... Ну, это прям слишком устрашающе в данный момент, на мой вкус. Так, мотать с ума сойдешь. Сколько всего. What do you need, my friend? Так, ну это ерунда всякая. Да, Эдрик Лорд Бус может сделать, да. Драгон Найт. Не знаю, не знаю. Пока что я думаю, да, Эдрик Лорд сделает. Или если что-то меня остановит, взгляд мой на чем-то остановится. Я тоже сделаю. Прикольно. Фальклиф, конечно, неплохо. Нет. Honored to see you again, my Thane. Это тоже нет. Имперскую нет, нет, нет. Пока вижу Дедрик Лорд. Так, что такое? Honor to see you again, my Thane. Ну, прикольная тоже, паладин. I am your sword and your shield. А. Паладин такая веселенькая. Только слабенькая. Ну, в принципе, мне плевать.
Не вижу что-то большого выбора легкой брони. Вот сейчас она пошла, но как-то это не впечатляет. Ну ладно, я в любом случае должен сделать это. Да, Эдрик, кто там? Да, Эдрик Лорд, да. Чё они хотят у меня опять? Дайдра Харт и Бонитовые. Black Soul Gem. Black Soul Gem. Все надо. Три Black Soul Gem. Три Дайдра Харт и Бонитовые. Слиточки и полосочки. Ага. Так. Три штучки. Так, и бонитовые там не знаю сколько надо. Полосочки. Возьму несколько штук. Что там еще-то надо было? Что еще надо было вам? Не взял бонитовые слитки. Нет, и Black Soul Gem, да. Где у нас Black Soul Gem? Три штуки. А Dragon Knight 138, а Daedric Lord 140. Ну, да, разницы никакой. Ботинки 56, Dragon Knight 52. Ну, так. Так, Daedric Lord 3 штуки делаю. Значит, ботинки. Кирасу и Гонтрес. Теперь я должен посмотреть, как это все смотрится. Посмотреть, как смотрится. Че у меня? Фонарик не горит. А вот пустой манекен. Кислый, я бы сказал. Очень даже впечатляет. Но что со шлемаком-то делать? Что со шлемаком-то делать? Хорошо, я 700 могу носить. Что делать со шлемаком? А? Лариса. Блин. Нужен какой-то шлемак. Необычный, дайдрический же доставлять. Так, шлемак. Хе-хе-хе, не, ну это нет.
А чё же они не предусмотрели-то? Интересно. Странные люди. Сделали весь набор, да? Dragon Knight, вот, пожалуйста. Dragon Knight, вот же есть шлемак, да? И даже это щит есть. Нет дайдрического шлемака под этот комплект. Безобразие. Это все совершенно не подходит. Просто другая песня вообще. Совершенно другая. Ну как? Ну, никуда. Все шлемаки не подходят. А это может потому, что он без шлемака вот так вот в теории-то ходит. Изначально этот Дайдрик, это этот лорд, он же без шлемака, они все ходят. Черт. Вот это неплохой. Да, ничего нету. Нету шлемака. Дайдрически все как было, что, ну что, оставить как какой у меня сейчас. Оставлю какой у меня сейчас есть, что же делать-то так. Что там у нас под апдейт? Ну молодец, встал тут, ага. Вали нафиг. Эдра Харт апдейт, ничего себе. Вот это номер. Так, теперь мне надо тогда... Блэксмит и так на мне надето, да? Это и так стоит
Да, мне надо только Potion, Fortify, Smithing. Угу. Так, сейф. Так, я что могу как апдейтить? 120, 268, 100, 120. Фонарик только смешно смотрится при всем при этом. Ну ладно, а со шлемаком-то что делать? Эту корону тут она нет. Не, не тут. I am your sword and your shield. Где-то корона-то. Которую я добыл с таким трудом. Не здесь. А вот она. Ее же, я так понимаю, теоретически можно это. Только толку не арма, все ноль. Что так неплохо. Брони все достаточно, какая разница. Восемьсот шестьдесят восемь, глубоко плевать. Какие только стоуны используют, непонятно, они все бессмысленные совершенно. Смотрится полный набор брони. Может, сера не дать. Интересно, она будет у них ходить. Да, у нее, правда, рожа не будет видно. Так. А может, мне дать то, что, в чем я сейчас хожу? Ну-ка, yes. Ну-ка. Anything good? Вместе с короной.
это, блин. Не особо-то, честно говоря, круто. А это я оставлю как было. Все равно сам себя-то я не вижу. Ну, все рано теперь у меня красавица. Ай, не могу. Может, мне и лук какой-нибудь сделать, заставить из лука пуляться. Чего у него лука нет? Так, что у меня лишнее? А. Хе-хе-хе-хе. Стоять. This better not be all the things you just can't be bothered with. Ой, я сейчас подохну от смеха. Вы издеваетесь? Че, не рот-то открыт? Рот закрой. Так. Вы, блин. Yes. All right, let's see what you have. Ну, две штуки носят. Интересно, а зачаровать их нельзя? Интересно, этот иринг. Вы, ребята, уморили, елки, с этим аддоном, блин. Да вы чё? Чё и зачаровать можно? Даже несколько нечестно. Уже немного как читерство выглядит. Так. Ну, у него три вещи есть. Наверное, мне надо их тоже зачаровать. Так. Надо же, меня шпион не так убивали быстро. Так, ну-ка, иди сюда. What now? All right, let's see what you have. Так, вот это тебе не надо явно.
Так, идите и Некрис, и кольцо сделаю лучше. Так, ну что, зачаруем баранью сирание. Я, кстати, даже вот интересно. На русский-то опять не включился. Не переключился. Переключился, разумеется. Ладно, в таком случае это конец эпизода про смифинг, а в следующем я зачарую что-нибудь и продолжу повествование.